сохранили лица нашего этого спектакля и наших артистов, будут принимать участие в этом фестивале, которому я, к сожалению, как бы там не была никогда, но всегда смотрела это в киноверсиях. Вот, и мне это всегда было интересно, и я к этому испытываю абсолютно открытые всякие чувства, хорошие, мне нету каких-то там, это я люблю, это нет, потому что я вижу, что там собираются люди, для которых это часть их жизни. Мои слова общие, а это будет короткие. Конечно же, очень приятно то, что анархия будет на нашествии. Это была спонтанная совершенно идея. И я поговорил со своим товарищем. Ну, я поговорил с Галиной Борисовной, конечно же, что было бы здорово, если бы сейчас был фестиваль на нашествии, если бы мы сыграли анархию на нашествии, то было бы вообще здорово. Дальше я поговорил с ребятами с нашего радио и со своим старым товарищем, с которым еще работал в группе «Бригада С» Димой Гройсом, который один из продюсеров фестиваля, и сказал, вот было бы здорово. Он был человек в программе, конечно.
конечно, эксперимент, конечно, будет сложный и очень интересный, как это пройдет, потому что я в 2011 году уже почти обосрался один раз, значит, на этом фестивале с программой «Рождение поэта». Но как-то вырулил. И думаю, что мы тоже, конечно, поначалу будем немножко уважать, но потом, надеюсь, вырулим благодаря Василию Игнатьевичу Мищенко, который сейчас вам расскажет, о чем у нас туда. Я антипод, но в душе я все равно панк, конечно. Я думаю, что по игре я тоже под американским, менеджер американский. Я думаю, что она еще не подозревает, что она панк. Конечно, с ней это случится, потому что все, кто встречается с этой культурой, когда ты прикоснувшись, равнодушным не остаюсь. Я такая, как, хорошая зараза. И поэтому мне иногда даже сложно, особенно в последнее время, играть «Виват Америка», «Здравствуют американские ценности». Вот. Но когда ставили спектакль, мы ставили о человеческих ценностях, они бывают действительно различные, у разных людей разный подход, все идем к одному, к добру, к любви. Вот. Но в данном случае я в этом спектакле американка, но давно уже банка. Актеры, входя на сцену, играют, конечно же, они держатся общие обувки рисования, которые мы и сделали, и структуры, и фактуры произведения, которые мы сделали с самого начала. Конечно же, спектакль любой спектакль изменяется так или иначе. Вот. Артисты играют это по-разному, тело прекрасно. То есть, почему люди ходят на один и тот же спектакль 10-летиями? Ровно потому, что он живет своей жизнью, спектакль, приобретает, лучше, конечно, приобретает все больше и больше краски, и больше и больше оттенки. Вот так мы любим, собственно, театр. Конечно, я стараюсь никак не влиять, я, в общем, довольно редко присутствую на спектакле. Хотя бывает иногда, и все мои такие вот условия поправки, которые относятся к артистам, они такие довольно-таки позволительные, они связаны с такими довольно техническими моментами, там, какими-то вещами, которые совершенно неинтересны зрителям. Игорь Иванович, ну еще тогда в продолжение, да? Вы большой друг нашествия как музыкант, не один год, не один раз мы выступали, сняли кино, ни одно замечательное дело, поставили спектакль в театре «Современник», теперь ставите спектакль на фестивале, что дальше? Что, может, из космоса споете на нашествие, если лет через 5 лет? Я предлагал Слабостину подрезать какую-нибудь ювелирку, но ему православная вера не дает. Как можно полететь? Вот. Но нет, у меня сейчас, я повторюсь, да, сейчас действительно, расслаблены сейчас, да, казалось бы, с чудесной погодой и так далее. Но если уж так вот попытаться быть серьезным, нам предстоит довольно тяжелая работа. Потому что для артистов театр имеет объем свой собственный, да, здесь они к нему привыкли, они хорошо существуют здесь, они занимают открытое колоссальное пространство для артистов. Это непростая задача, и на момент на освоение этой площадки практически нет, потому что будет только большой пробор в день. Когда я принес сам спектакль, всех технических служб, конечно же, и актерских работ, и представить себе тяжелую работу. Это очень тяжело. Вот. Ну, еще я просто так спасибо за вы напомнили, конечно, еще Кена, режиссер. И я просто еще раз хотел бы поблагодарить нашествие, потому что когда уже давно, к сожалению, у Темы вышел мой фильм «Дом солнца», мне нашествие предложил, что я показал ему нашествие. Да? И я, конечно, был очень рад. К сожалению, не смог тогда приехать, позвонили, сказали, что там все смотрели, никто не смотрел.